Вообще Казань мне очень нравится. Она мне по секрету понравилась несколько лет назад, когда мы приезжали сюда с Сахалином. Успела погулять, было время. Приезжали родители, и вот, наверное, в тот момент я, можно сказать, влюбилась в ваш город. Для меня он очень красивый, какой-то вот, не знаю, с изюминкой. Для меня важна чистота в городе. Меня уже спрашивали, я отвечала, да. Казань сразу бросилась в глаза. Я помню, мне кажется, я не знаю, может, это я так себе в голове нарисовала картинку, либо я так четко помню, то есть вот мы заходим в зал, мой первый зал, дверь открываем, и подходит к нам Юрий Николаевич и говорит: вы к кому вообще, вы что пришли, идет тренировка, вы мешаете. Она говорит: ну вот я девочку привела, посмотрите, может, как бы возьмете. Он такой: ну ладно, идите раздевайтесь, я посмотрю, что вы можете. Он говорит: ну нам 4 годика. Сколько? Стойте, все, оставайтесь здесь, вот прям в зал проходите. Я высокая была, то есть я в садике была самая высокая, вот на детских фотографиях, то есть я ростом с воспитателем, и остальные детки маленькие. Вообще олимпийское золото – это должна быть мечта любого спортсмена. Ну, на данный момент, наверное, я так не загадываю глубоко, потому что были моменты, когда какие-то планы строила, и все просто в крах разрушалось, поэтому на данный момент живу сегодняшним днем. Ну, порой хотелось все бросить и сказать: да ну нафиг это надо вообще. Но опять же думала, как я без волейбола и что я буду делать. Пока что я не нашла себе применения в жизни. Думала, может, бомбить. Но об этом никто не знает, но сейчас узнают все. У меня моя первая машина была десятка. И чтобы как-то начать чувствовать габариты, вообще как себя на дорогах чувствовать, вести, я начала, то есть, ну, днем пробки, это механика, это как бы не очень удобно поначалу. И я выезжала в вечернее время, когда уже мало машин. Я вот так накатывала, то есть включала музыку и каталась по городу куда-то. Мама постоянно с этим вопросом: ну что, а что дальше? Вот ты закончишь играть, что будет дальше? Я говорю: мам, я пока не знаю, я планирую играть, поэтому тяжело что-то предугадать. Так, в перерыве, который сейчас был, меня приглашали там к детям в школу. Ну, как-то не получилось, я уже начала над этим задумываться. Поначалу категорически нет, говорила. Но сейчас и в команде сейчас много молодых девчонок, и вроде бы хочется им как-то подсказать, помочь, и с той же стороны есть тренер, и лезть не хочется. Может, буду снимать что-то, я не знаю, я очень люблю записывать всякие смешные видео. Они родимые, сейчас мы будем у них кататься! Прям до потолка ее. Красиво! Мама у меня занималась профессионально гандболом. Ну, из-за травмы закончила рано. Папа по молодости увлекался хоккеем сначала, потом в футбол играл так на любительском уровне. Ну, у меня всегда была такая мечта поиграть за «Динамо Казань». Не знаю, как для других, но для меня это вот именно очень хотелось побывать в этой команде, стать частью ее. Оставалось только мечтать. Ты еще не подписался на наш канал? Живо нажал на кнопку, а то я за тобой приеду.